Так, чтобы перейти в это минимум. Так, ну все понятно. Так, а чё, на чем мы закончили-то? Так, это мы кого-то избили. Ну да. Войны у нас там были. Следующий совет. Чтобы бросить топор. Так, это мы знаем. Следующий совет. Ну уже. А, точно, вот куда мы. А здесь мы были, да? Так. Что-то можно купить, да? Что-то прикупить. Ну-ка, давайте-ка для начала. На этот раз нужно что-нибудь для мальца. Я даже не знаю. Сравнить. Что тут у нас обнаружено? Так, на неуязвимости враги. Ну, еще что-нибудь. Улучшить. Так, недостаточно ресурсов. Мне чего-то не хватает ресурсов. Сила. Блин, коготь. Парень. Я что, все улучшил? Артефакты. Так, это что? А, продать. Нет, пока рано что-то продавать. Чё, серьезно, ничего нету, что ли, ничего? Так. Разбойничья туника. О чем у нас повышается? Сила повышается, защита. Сила, наоборот, уменьшается. Удача уменьшается. Так, а это... Сила повышается, удача уменьшается. Чё, что... Нет. Такой... Да и хрен бы с вами. Да и хрен с тобой. Брок. Ну что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Блин, уступать ему клеймо они... я был не готов, он мне тоже. Вот и пришлось нам распилить клеймо ровно посередке. Это было последнее, о чем мы с ним договорились по-братски. Так, я оттуда чего пришел, тебе? Ну-ка давайте-ка сюда. Маша. Сюда. Ладно. Да. Что у нас здесь? Это мы куда спускаемся? Так. Нет. Так, 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 так. Ну-ка, давай, ладно, давай посмотрим. Ты бросил меня в бою. Да. Люди это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Так. Давай, 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 давай сюда. Ага. Стой, мы снова здесь. Назад идем. Так, хочу напомнить, что внизу ссылка. Там я собираю средства на видеокарту, потому что видеокарту надо прокачивать, а все свои, как сказать, всю свою зарплату на видеокарту я тратить не могу, даже не имею права, потому что все-таки сначала идет семья, а потом уже все остальное. Поэтому идем. Рад встрече, так сказать, фонд помощи открыт. Фонд помощи Асмодея. Благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. Хорошо. Так что ты кричишь-то, во-первых? Ну-ка вот сюда зайдем. А! Все в крови. Кто тут у нас? Что тут? Ага, вниз туда спуститься можно.
Нет. Я даже, блин, не знаю, что тут прикоснуться-то можно. Мне охота ничего упустить. Так. Если я туда спущусь, мне опять потом туда надо будет выбираться. Ведь мы вернемся там, где и были. А он туда и не спускается, смотрите-ка. Все. Блин, ладно. А малыш. Мне почему-то кажется, что здесь что-то должно быть. Ну, как по карте, карта-то такая, что тоже не очень показано, где что находится. Никакой детализации нету. Ладно. Че, мы что-то не взяли, что ли? Другое дело. Блин, да ты меня запарил уже. Чего тебе, милость пузатая? Вот как бы то ни было, ресурсов не хватает. С выбором. Нет. Жди. Так, 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 так. Это мы куда пришли? Тут должен быть мост. А мы оттуда пришли? А, смотрите-ка, мы же оттуда пришли. Или нет? Да, вон оттуда потом ползли туда. Ну, давай глянем, что здесь. Тут что у нас? Не понимаю, зачем тогда она стоит здесь? Так. Блин, эти пирамидки. Вроде они что-то символизировали у викингов. Ну, давай пройдем, посмотрим. Что там, потом в туман спустимся. Повоюем там. Опа. Ага, я тебя там должен. Ну, драться будем. Давай. Где ты? Может, уйдем отсюда? Так, я не понял. Это вот там, где мы хотели спуститься, но не могли. Так, ладно. Мы здесь были, что ли? Я понять не могу. Так. Куда? Куда? Ладно. Буду считать, что я здесь был когда-то. Туда мне не пролезть, да? Блин, вот так вот это ходишь и не знаешь, куда еще можно сходить. Потому что просто свернешь не туда и что-то важное можешь упустить. Ну-ка, давай. Там ничего нет? Блин, я думал, мы туда спустимся, в туман, думал, там какой-нибудь зверь, монстр и тому подобное торчит. А, вот мы на площадке. Так, подожди, там мы назад возвращаемся. Хотя здесь мы, по-моему, не были или были. Отсюда пришли же. Да, мне кажется, мы посюда и пришли. Все, теперь у нас только один путь открыт. Все ответвления мы прошли. Давай, сынок. Нам пора. Так, почему мы сюда сразу не выходили-то тогда? Не были цепи скинуты или что?
Наверное, да. Так, мост. Который, блин, тут деревья горят. Это сам мост, можно сказать, и горит. Ладно. Так, я где-то тут что-то собрать можно. За мной, Атрей. Прости, я отвлекся. Где-то тут я, хопа, горшки разбивал. Но пока не стал ничего брать. Видимо, надо сразу было брать. Идем. Эй, вы только поаккуратнее, а то ведь костей там не соберете. Так. Давай, давай, пошли, пошли, сынок. Ни хрена столько костей, кто тут их ел? Блин, я такого не ожидал, реально. Этот камень, который должен что-то там, механизм опускать. Это. Охренеть. Давай. Так, могила разграблена, ладно. Давай, давай. И оп. Здесь. Вот. А, потолок. Мне вручную надо одолеть. Тихо. Да. Давай, 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 иди сюда. На. Враги, у тебя со спиной. Тихо. Давай. Давай, давай, давай. Подожди. Сейчас я расхреначу здесь. Сынок. Батя здесь. Батя пришел на помощь. На. Ой, подожди, мы только начали. На. Ты как, сын? Папа. Вау. Давай, вали его, козла. Вот и все. Так. Что у меня тут есть? Надо быстро будет действовать. Так. Где-то что-то... Ага. Да. Да подожди. Сюда. Так. Я знаю, по ходу дела, как мне там взять это дело. Давай, 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 опускайся. Так, подожди немного, сын.
Так. Не могу. Ладно. Сейчас. Так. Давай. Я уж думал, не выберемся. Я не дам нам погибнуть. Надо руны, да, уничтожить. Под замком. Запечатана магия рун. А где у нас могут быть руны? Давай, давай. На. Блинский, надо искать. О, первое. Подожди, сын. Опа. Это мы назад спускаемся, да? Да, а двери-то открывал-то я. Подожди, подожди. Блин, это только первая из трех. Стой, вот она. Остался, а где вот только? На. Ну-ка еще разок. А, кстати, в него не втыкается. Втыкается во все, но только не в него. Вон там. Давай, давай, как же мне тебя? Так. А, все, понял как. Да. Вот так вот. Все. Разбили третью печать. Вот так вот. Смотрим, что там такого у нас. Ради чего мы мудохтались. Какой-то рог. Легендарный предмет крови, необходимый для увеличения максимальной ярости. Сердце того, кто отведает меда крови, наполняется неукоротимым гневом. 9 рогов этого меда спрятаны в сундуках запретной магии. Каждые 3 из них повышают максимальную ярость Кратоса. Тоже по 3. Такие яблоки. Ладно. Рога, яблоки собираем. Так, кстати. Так. Сила. Нет. Это... Так. Нету ничего такого. Нету. Да ешь твою мать-то. Нету. Ну, в этом-то есть, в этом защита стоит. Зачем извлекать? Пусть на орехах защита будет. Чар нету, навыки. Навыки не... Так, ну вот. Быстро наносить удары. Это чтобы так выполнить уклонение, удерживая так.
Ну, это мы и так знаем. Так, во время бега, что провести атаку в прыжке. Так, увеличение, так, отстрел в ближнем бою, скорости когтя, повышение скорости когтя. Это, короче, на сына. На магический бой пока мы еще... Ну, ни хрена, что на магический бой мы еще не сделали. Ладно. Идем сюда. Папа. Сюда. Давай. Вместе с ним бы запрыгнул бы. Сил у меня хватило бы. Это что за гусыня? Я не понял, что за звук был. Никогда великая гусыня. Так близко к горе. Огромная. Огромная. Жаль, мама не увидит. Да, мама, наверное, видела ее и без тебя. Чё ты, не решаешься сына обнять? Как бы ни было, но он гордится им. То есть я горжусь им. Я же сейчас батька-то. Отец, батька. Так. Там вот какая-то эта сосулька, нет? Оп. Еще такие. Отлично. Мы нашли эту зловещую маску в опасном месте на переправе. Надо поискать похожих. Вдруг кому-то захочется их купить за рубленное серебро. Может быть. Зловещая маска. Нет. Опа. Нет. Деревья не крушатся. Камни не разрушаются. Эй, посмотри. Что это? Мальчик. Смотри. Не заходи в круг. Руны. Конечно, руны. Так. Да подожди ты, блин. Трогать все. Прочитать тебе руны. Так. Что тут есть? Да прочитай, конечно. Что сказано? Вдвоем, втроем ли мы станем одним, но одному не быть таким. Загадка. Может, где-то тут есть подсказка? Сейчас. Кольца вращаются. Спускайся. Вот. А я, кстати, не заметил, смотрите, статуи стоят. Все, понял, мне там надо сейчас будет топором, да? Иначе. И в круги в такие не старайся заползать. А ты смог бы заморозить эти шестерни? Да я знаю. Сейчас, минутку. А, вон надо руну составить, все. Ой, ты ее сломал. Подожди. Подожди. Мне надо. Так, вот эту надо, крайнюю сейчас. А, неправильно, да? Сейчас, подожди. Немножко. Эй, в самый раз. Подожди еще немножко, скоро буду. Я вижу руны. Капитошка. Читай. Мальчик, и что нам говорят руны? А,
Тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Да. Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть. О, готовимся к этому чему-то. Сработало. Интересно, почему-то одноразовая акция такая. Как вот она обратно встанет? Так, рубленое серебро. Почему рубленое? И зачем так? Это, как я помню, в средневековье это все вот эти серебро-то было в средние века, но никак не... Смотрите, кстати, взгляд. Так, а у тебя что? Все, кончилось, да? Эх, тоже хотел что-нибудь плюнуть в этот песок. Ну ладно. Хорошо, что встретили Брока. Хорошо. Еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Так, ты не туда бежишь для начала. Смотри, какая штука. Еще одна на колени. Так, это что? Мы нашли эту следующую маску в опасном месте. Так. Вдруг кто-то хочет купить ее. Посмотрите, тут руны. Веревка. Так. И она, кстати, обрезана. Вон кто-то упал. Кто мог обрезать на таком расстоянии веревку? И почему он разбился с такого с такой маленькой высоты? Да. Загадки, одни только загадки. Что это там, сын? Руны и надписи. Он здесь жил, что ли? Я понять не могу. Ушел он. Только эта еда тоже должна быть уже эта протухшая, сгнившая, там, я не знаю, сколько он там сам лежал, лежал объеденный уже костяк. Интересно, девки пляшут. Давай. Оп. Что тут есть? Ты стреляешь, что ли, в кого-то? Отсюда мы не можем выйти туда. Ты, сын, смотри в оба. Вот видишь, на скальной живописи всякие есть. Еще там встал. Че ты там встал? Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Так. Воину важно не терять свои навыки. Подожди, мне интересно, на что ты там встал. Если здесь ничего нету, то твое стояние здесь бессмысленно. Опа. Вот он что стоял здесь. Ведерко было. Ну все. Давай. Я помогу тебе, сын. Тут надо вообще башкой крутить, как танк на 360. На 380, сколько там? Опять тролль. Вперед! Следи за ними! Я жив, это пройдет. Соберись. На. Да.
понял. Давай. Назад, сын! Да. На. На. Он бросает огонь! На. Сейчас я подойду к нему поближе, подожди. Подожди. Берегись, отец! Ну. Ну что же ты? Давай. На. Ага. Морда-то непробиваемая. Так. Да. Будет вообще вас в расчет не беру даже. Давай, на. У него, смотрите, в ногах даже что-то застряло. На. Стой, 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 стой. На. Давай. Опа, ярость взяли. Теперь жизни пополнить можно? Во, 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 вот, вот они. Немножко, правда. Да. Давай, давай, давай. Тихо, 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 тихо. Давай, давай, давай. Сейчас, сейчас, сынок. Опа, а ты за мной пошел? Да, вообще здорово. На. Да давай, беги быстрее. На. Расхреначу сейчас тебя. Ты правда огненный какой-то. Новый вид тролля. Ты что думаешь, я таких не долбил? Да? Получай, тролль. На раз-два только. Ну-ка давай. Сильная руническая атака, сокрушительная атака. Так. По площади замораживаешь всех врагов, которые в радиусе. Так. Ну-ка давай. Так, возможно провести дополнительную атаку, нажав Z после начального удара. Ага. Ну вот. Это мне куда надо вставить-то? В оружие. А, вот оно вставлено, все. Готов. Ну давай. Привыкаешь? Да, к этому привыкаешь. Так. Тень. Когда-то они были обычными разбойниками, но потом вступили на путь Сейдр и научились стрелять магией издалека. Подожди, а у меня это... Так.
Это тяжелый дорогой, так это не тот. Ведьма не то. А, кстати, ведьма. А, тогда, это который исчезает, это, блин, тварь такая вонючая. Так. Волки. Брок, мы встретили гнома, так он оказался кузнецом. И не простым, а знаменитым. Он сделал топор Лелиафан и даже улучшил его для моего папы. Он был довольно грубым и ворчливым, но мне все равно так, он мне нравился. Так, вот. Вот. Это какой-то первый, да? Я увижу тролля, мне надо бежать со всего. Так, думаю, папе вот такого не говорила. Так, похоже, тролля, с которым мы только что дрались, звали так. Мама пугала меня сказками про него. Я не ходил слишком далеко, так думал, чтобы моей гордилась. А вот папа немного рассердился, он говорит, что я еще не готов. Ну и что, я только что помог его убить. Так, ага, вот, это простой тролль был. Это уже второй тролль, которого мы встретили. Я даже не знал, что они водятся так близко к дому. До сих пор нас... Они нас не тревожили, наверное, потому, что мы не тревожили их. Мама говорила, что если я увижу тролля, мне надо бежать от него со всех ног. Думаю, папе она такого не говорила. Но, тем не менее, мы завалили его. Ни хрена так-то. Тролль, блин. Ну все, у нас остается только чужак, да? Козлина вот этот. Вот этот неизвестно еще кто такой. Будем разбираться. Ну еще что-то так бестарий обновлен. А, ну это вот. Про него. Что у нас здесь имеется? Непонятно, ладно. Сын, ты что там ворон считаешь? У нас здесь много путей. Папа. Так, ладно. Иду сюда. Так. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Нет, мы пока туда не пойдем. Потому что мы сначала откроем сундучок. Вот, что написано. Руны, символы трех норн. Норн. Судьбы. Судьбы. От них добра не жди. Ладно. Судьбы. Ну, я помню, что были три старухи, которые с нитью. Ага. Так. Это уже интересно. Ну-ка, сын. Судьбы, 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 судьбы. Это слепые, которые с одним глазом. Потому что судьба, она слепая. Но они подсматривают. Подсматривают. По мифологии именно так было. Почему говорят это? Судьба слепа. Ой, слепая судьба. Судьба слепа. Так. Охренеть, читай. Иди сюда. Интересно. Пожалуй, стоит записать. Результат. Мне нужен результат. Молитва Одину. Прими нашу жертву, могучий всеотец, и избавь Мидгард от дикой охоты Хель. Один мудрейший из всех, чье дыхание дало жизнь Аску и Эмбле, от которых пошел наш народ. Мы молим тебя о защите. Повели благородным валькириям истребить лишних смерти, лишенных смерти. Повели своим славным сыновьям Тору и Балдору защитить нас. Повели драконам пожирать ледяную орду. Спаси наши души, дабы мы продолжили служить тебе. Едва ли Один получил это послание, а может, ему было все равно. Бог его знает. С одной стороны, Богу вообще класть хотел он на вас.
Я думаю, что это именно так. Итак. Записать мы записали молитву Одину. Не. Вот что здесь может быть такого? Что-то не понял. Так. А я даже не помещаюсь, да, в нее? Итак, надо смотреть. Вот первая. Вторая. Где третья? Запечатанный сундук. Внутри. Да, да, давай, где третья? Блин, блинский. Не вижу. Не, он так далеко не может быть. А, вон она. Куда же? Ну, давай. Давай, открываем. Нашли все-таки, как его открыть. Еще одно яблоко, которое нам в жизни увеличивает. Так, вы собрали 3 яблока, максимальное здоровье увеличено. Во! Это, знаете ли, неплохо, хороший бонус такой. Так, ладно. Сундук мы открыли, но мы не пойдем туда, мы пойдем сейчас сначала вот сюда. Хочу взглянуть, что там. Давай. На. Здесь есть на что посмотреть. Можно было и отсюда потом, да, хреначить-то. Вот этих недальновидных и недалеких. Опа. Есть на что посмотреть. Есть, сынок, на что посмотреть. Давай еще вот здесь глянем. Перед тем, как уйдем. Хоп. Эй, хоп. Так, рубленое серебро. Ты что-нибудь видишь, сын? Нет. Что-то маленько не так, конечно. Ну, тролли-то ни хрена, да? Кстати, в ярости-то. Хорошо захреначил. Подожди, блин, я так все потрачу нахрен. Ну ладно, она восстанавливается со временем. Это единственное, что спасает меня. Тихо. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Так.
Да. Но я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Блин, что за суровый батя? Так, ну а мне спешить некуда. Пусть сынок пока играет с кабанчиком. Раз я в него так верю, хорошо. А это окажется потом уж какой-нибудь мифический кабан, блин. Готов. Так. Глаза Одина, так. Бронза, так, убить 15 ворон, так. Глаза души бога воронов повсюду. Здесь мы не можем никак обойти это дело. Вау, ни хрена себе. Пополам разбит. Тут эти странные добрые твари. Я да разрушаю здесь все. Не, ну тут кто-то. Драугры есть. Они что, сражались? Месиво здесь было. Копье взять тоже можно. На расстоянии в кого-нибудь. Вау. Один-два раза кого-нибудь ткнуть перед тем, как топором захватить, иначе сил у меня хватает. Поэтому. Грех такой возможности не воспользоваться. Стрелы вон утыканы кто-то там сверху. А пройти туда не могу. Так, через дом. Ладно. Отец, ты должен это увидеть. Но здесь даже и брать-то нечего, отсюда видно. А нет, все-таки смотрите. Прошел с этой стороны. Давай. Не залазишь? Нет, на крышу. Нет, на крышу не залазят. Блин. Ну хорошее, хорошее представление о мире. Давай сюда. И еще выше за дверь. Опа. Только людям не помочь, нет теперь закона. Охренеть. Вон он рассматривал вот этот, вот эти трупы-то. Теперь смотрите, чему там развален, разрублен, расхреначен. Ой. А эти дома я так не могу сделать? Нет, наверное. Это было одно исключение из правил. Вот это находка. Так, лики магии. Еще одна маска. Ладно, спите, войны. Раз вы реально в бою померли. Только понять не могу, против кого вы воевали, если ты вот этот человек, он просто приколот. Тоже людьми. Стой, 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 ой. Опа. Да, вот она. Вот что здесь пряталось. Так, а я хотел, ну, оттуда же, вот оттуда, залезь сюда. Давай. Поселение. Еще!
Давай, кто ты такой? Кто тебя взять? Сынок, сынка напугал, блин. Сынок, ты как? Он отсюда вышел, да? Ладно. Смотри, он залез под колонну. А кабан пробежал здесь, значит. Под колонну. Могли бы и обойти эту колонну. Я сам. Давай. Локоть вверх, не дрожать, спокойно. Не спеша и точно в цель. В жопу ему. Не упусти. Что-то выпало. Нож. Как добивать будешь, сынок? Тут кто-то есть? Ладно, посмотрим. Мальчик! Мальчик, подожди, так это мой сын или не мой сын? Так. Идем, идем. Мальчик! Или имени у него нет? У него же есть имя, почему ты мальчик его зовешь? Ну, конечно, он мальчик, не девочка. Где ты? Скорее, отец! Иди ты нахрен, ты что, со мной в прятки будешь играть сейчас? Да подожди ты. Блин. Не туда завернул. Атрей! Он замедляется! Ай! Ну-ка, на ту сторону схожу. Здесь нету никого? Мне кажется, он специально сюда пришел. Смотрите, тут вот все в крови, что-то вот. Он сюда специально заманивает людей. И потом съедает их. Подожди меня! Отец, мальчик. Атрей! Где ты? Что вы наделали? Прости. Атрей! Давай. Что он чей-то? Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Блин, нельзя поесть даже. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина, надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так... Ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Давай. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да. Теперь соедини их и держи ровнее. Давай, давай. Фока. Если ты так умеешь целить, цены тебе нету, как доктору.
Ты бесценна. Да ты ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Давай. Хорошо, сейчас он спокоен, ему лучше. Грейса. Левиолоса, или кто там, как правильно говорить. Следуй за ведьмой. Ну пошли, давай. А можно как-нибудь увеличить ход? А вон еще кабаняка ходит, чё вы? Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырост. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она... Красиво. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Ну, красиво идем, да. Че, потом за грибами сходим, посмотрим. Грибов тут поищем, ягоды поедим. А то скала, тут херак такой красивый лес. Мы пришли. Прям ты живешь на дереве? Как сказочный лес. Не такой. На нем. Под ним. Хэмилей! Гляди! Все хорошо. Это не дерево, это что-то живое. Черепаха! Он мирный? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Охренеть. Знаете, где такая черепаха была? В фильме есть. Бесконечная история. Она хорошая. И там такая же гигантская черепаха была. Которая... А там Атрей вроде и был воин. Да, возможно, он... Оттуда я взята вот эту. Быстрей. Там парень Атрей был, который должен был спасти мир. Положи его на доску. И разделай его. Сало я себе возьму. Шашлычок готовить. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Давай. Давай, сынок. Что еще? Я вижу, что ты бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. А, он там лазит. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Ничего страшного, пойдем со цветами, бабе цветок принесем. Вполне нормально, подожди. Ладно, пока ничего не крушится, ничего не делает, кроме как ходит. Поэтому навряд ли здесь. Так. Кулаками мы не машем. Белый цветок. Она мне нравится. Живет под брюхом черепахи. Ты слишком много болтаешь. Мы не знаем, можно ли ей доверять. Она не нападала. Пока.
Да ешь твою мать-то. Травница. Так, ты здесь вот брал. Где этот гребаный цветок? Белый пучок. Ой. Кстати, хочу напомнить, что внизу под видео есть ссылка. Я собираю средства на видеокарту. Надо прокачать. Да. Поэтому кто сколько может, рубль 2, 10 и так далее. Буду рад всему. Да что, мать, вот он, во, пошел, белый цветок. Все, лилии несу бабе. Все, сейчас она размякнет. Сына отправим погулять. Да, вы этого хотите? Да. Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? Его ищет мальчик. Ему нужна помощь. Прошу тебя, без обеих трав мазь не получится. Да что, ее мать? Сейчас люлей дам ему. Гоняют отца, блин. Бога тем более. А бог войны же я, блин, вот. Бог войны. Так, а где парень-то? Поможешь? У меня никак. Давай. Пригодится. Да. Я выронил? Как догнался за кабаном. Но как же так? Ладно. Я же не мог его... Ты его потерял. Поздно. Скажи спасибо и продолжай дальше работу. Я теперь буду внимательнее. Молодец. Осознаешь свои ошибки. Кстати, что за татуха? Откуда? Это краска или тату такая красная? Которая по телу-то идет. Или родился такой. Кстати, родился бог. Как рождается вообще или как? Как у них это происходит? Создается, просто вселяется. Как маленький, большой, взрослый. Кто он там? Как это происходит дело? Да, то, что нужно. Он будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Что благодарность? За что? Кому? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Так. Люина. Эмили. Блин, ты хоть бы, не знаю, с нами пошла бы. Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Хорошо. Там сюрпризов нет? Мы еще увидимся. А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Прям же еще домой надо будет возвращаться, так-то по идее. Потому что в самом первом видео, я помню, была дверь, которая не открывалась. Как это, область, не знаю, пространство или что там. Этот подземный. Так, вы получили компас ведьмы. Компас отображается сверху экрана и указывает на вашу следующую цель. Стойте. Возьмите. Так, указывает наш. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Ага, вон он, все, вижу, на руке, вот он. Так. Сталактиты, сталагмиты не рушатся пока что. Пока что. Вау. Ух
Понятно. Я облегчу себе задачу. Вон, блин, сундук. Да. Неплохо, да? Конечно. Ну, учись действовать наверняка. Так. Понятненько. Я вижу лодку. Ну это хорошо. Кошмары! Что ты ее видишь? Так. Цели, так, убивайте кошмаров, ищите чудовища, летающие глаза, тщательно осматривая земли, по которым вы путешествуете, советую в том, как с ним бороться, вы найдете в бестиарии. Бестиарий это что? Странствие, так. Карта сокровищ, артефакты, кодекс. Подожди. Бестиарий. Эх. У нас там есть кошмары? Тяжелый, так. Друзья, звери. Сверху, берегись! Да. Да. Все. Кошмары. Мама про них рассказывала. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Так, кошмар. Вот теперь появилась нахрен. Мама рассказывала мне сказки про кошмаров. Пока. Ну, пока мне не начали сниться кошмары. Я очень расстроился, но она сказала, что это тоже часть жизни, и что в ужасе есть своя красота. Она во всем видела светлую сторону, даже в этих жутких летающих глазенках. Говорят, что кошмаров назвали в честь Мары, древнего существа, который садится на грудь спящих и питается их страхами. Ну, может быть. Или они сами кошмары? Я не помню. Нельзя спросить. Так. Что-то не так. Нет, нет. Так, у меня может маленькая сила. Давай, давай. Давай, так. Смотрите, вот еще что-то закрыто. Так, не помогло. А как это открывать? Нет? Блин. Ладно. Не суть важно. Мы идем пока сюда. Хопа. Сюда. Вау, давай.
А еще идти сюда не хотел. Так, получено мягкое. Так, такая сталь опять. Это у меня где-то все-то стали, вот это вот. Броня. Так. Черная броня, которую носит знак траура по своей матери. Так. Обнаружение уязвимости, враги, придушенные артерии, получают увеличенный урон. Обнаружение уязвимости, враги, придушенные артерии, получают увеличенный урон. Что, только цвет меняется. Мамин подарок. Это... Не знаю. Ну-ка давай, ресурсы. Золото эгиры, количество 7, мягкая сварталь, хейская сталь. Не знаю, что это такое, что, для чего она нужна будет мне. Так, яблоко есть 3, рог пока только 1. Прочная сталь, сварная сталь, ну это, наверное... Что, собирать будем? Будем собирать, наверное. Так. Подожди, подожди. Подожди, дожди, дожди. Так. Блин. Куда тут? Блин, блинский. Ну я вижу, что вот, вот сундук какой-то, что ли, там, вон там вот какая-то хрень, которую можно... И тут вот еще... Все светится, конечно, все это прикольно. Так. Ладно. Здесь мне больше делать нечего. Сундук один взяли и все. А смотрите, как этот отсюда еще лазать умеет, падла. Получается, вот сейчас только дошло. Атрей, ко мне. Ко мне как собаку. Опа. Что мы тут берем? Вау. Обычный предмет талисман. Прилив здоровья. Давай посмотрим. Так. Для применения. Так, у меня что? Память о покойной жене. Защита. 8, удача 12. А это... Прилив здоровья. Защита 2, живучесть 4. Ну его как-нибудь переплавить можно вообще? Не. Мне память о жене лучше. Так, ладно. Смотрим. Что у нас остается? Вот этот шар мне покоя не дает. Видно же, что что-то вот с ним можно сделать, видите? Нифига. Всякие эти веточки. Ладно, сейчас посмотрим. Раз у нас здесь спуститься-то негде,
Придется в любом случае в лодку прыгать. Хотя вот это вот. И... Похоже, не работает. А почему не работает? Кто бы знал. Надо, блин. Стой, 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 стой. Как это мне потом, да, надо будет как-то на обратном пути я пойду сюда, буду владеть магией, или можно будет еще как-нибудь круг сделать. Ладно, пойдем. Как понимаю, можно будет сюда еще вернуться немножко, ну, по крайней мере это мое предположение. И зеленую это разбить сейчас не могу, наверное, из-за того, что у меня чего-то не хватает. Не прокачан. Все. Все разгромил, все разрушил. Там что-то есть. Где что есть? Что ты нашел? Не знаю, что ты нашел. Садимся и сваливаем. До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов. Давай. А то и собственной постели. Ты не виноват в том, что болен. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Давай, давай, давай. Ну, да стой, не, блин, стой. Поехали. Эй. Почему ты не слазишь с лодки? Блин. Ну-ка, стой, 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 там еще что-то есть такое. Магическое. Нет, можно как-то, но не знаю как пока. Но здесь мы не можем проплыть. Почему-то на берег высадиться тоже не можем. Ладно. Может быть. Ага, причали только здесь можем. Так. Ну-ка еще разок, давайте посмотрим все-таки. Ничего мы не упустили. Потому что сундук я видел, все это было видно. Вон он, сундук.
Но мы от него уплываем. Максимум мы можем вон туда выйти, на тот берег. Но туда мы тоже не можем. Ага, назад сейчас придем. Как он? Ему нужен покой, но думаю, он поправится. Как его зовут? Хильди Свини. Мы с ним давно дружим. Я никогда не видел такого кабана. Он правда последний в мире? Последний в этом мире. Он родом не отсюда. В своем родном мире он мог принимать любую форму. Но когда пришел сюда, застрял. В шкуре кабана? В собственном разуме. Его истинная природа медленно истирается из его... Прости, видимо, пора. Блин, так бы по историю про кабана мы послушали, нахрен. Ладно. Сын, стой, 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 стой. Никак. Бля. Ну никак. Это очень большое горе. Ой, надо. Надо будет потом. Не знаю, на обратном пути, что ли, все это. Это плохо. Денежку. А вот такой хрени вот не было, блин. Смотри, как мы близко. О. Как ты понял? Ты не чуешь запах. Если это запах моря, море воняет. Море воняет. Ничего оно не воняет. Хотя да, сейчас нынче что только туда не поскидывали, еще как воняет. Еще и цветет, и воняет. Экологический катаклизм. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. А вох ты, блин. Вылез из тумана. Ну, мы прибыли на озеро. Ну-ка, давай, давай, давай. Ага. Область открыта. А давай погоняем с тобой. Мы так не можем припарковаться нигде, да? Только там. Ну давай, у меня сил хватает гребсти, смотри, как нахрен, вот так, вот там мотор в заднице, бук-бук-бук-бук-бук-бук-бук. Так. Пока такого ничего нету. Неохота какой-нибудь сундук просрать, типа яблоко, чтобы это ушло от меня. Либо рог, чтобы увеличение моего гнева.
А он где-нибудь будет здесь такой фишечкой такой. Ну-ка по карте, то что у меня с картой? Область открыта. Вот я, вот он. Где-то в тумане лазю. Там за туманами. Серыми пьяными. Кстати, вот такой вот это. Отвесные скалы в озере. Это озеро-то утоплено, что ли, в горе. Чем это объясняется-то? Не, ну он реально, блин, пипец, плывет. Ладно. Даже если он где-то есть, я думаю, мне его вряд ли сейчас покажут, расскажут. На, вот, бери. Прямо посередине озера. Озеро-то большое, что такое? У него на груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Читай. Кто ты такой? Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Ну, он же ко мне вернется. Огонь! Топор не вернулся. А огонь в нем горит, это не угасающий огонь, да, наверное? Это кто? Лилиафан или кто? Ладно! Что-то за водоворот, что-то за колесо было. Что это такое? Что, вода ушла или что? Или это монстр какой-то поднимается? Монстр. Это мировой змей. Вот про что я и говорил. Или нет, или да. Вот умный змей. Только не бойся! Не боюсь! Здорово! Что-то говорит. Он говорит? Да! Мама сказала, он добрый! Что он говорит? Я не знаю! Он достал, он воду смотри, выкачал или что? Смотри, вон там разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора, только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора, и это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там о, причал. Вон, рядом с флагом. Да мы знаем, только подожди, причал. Мы сначала причалим, да? Мы первые, нет, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Мы сначала посмотрим. Он из великанов. Он так велик, что опоясывает весь мир и кусает себя... И кусает себя за хвост. Вот, вот про этого в честь топор-то в честь него, по-моему, назвал. Мы разбудили мирового змея Миргарда. А нет, смотрите, Миргард не Левиафан, его зовут. Папа думал, что он нас съест, но мама всегда называла Йордмунганда добрым великаном. Он пытался с нами поговорить, но я ничего не понял. Наверное, это был язык, на котором говорили великаны. Кажется, мы ему очень интересны, хотел бы я с ним поговорить. У меня столько вопросов, откуда он взялся, чем он занимается, что ест на обед. Надеюсь, мы все-таки найдем способ с ним побеседовать. Это мировой зверь, да, который вокруг мира опоясан
И настолько велик, что он сам себе за хвост кусает. Я не знаю, зачем, правда, но... За хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Карта обновлена. Так, добрый. Добавить на компас. Так. А, это вот куда можно, да? Добавить на компас. Это мы... Ага. Ну, давай. Так. Не получается. У меня такое чувство, что мы... Ага. Во. Все. Вот причалили. Так. Нет. Сына, пригибайся, пока тебе башку не снес. А здесь как-то можно запрыгнуть, не знаю. Еще что-то. Или на этом все. Место! Не понимаю. А, может быть, вот так попробуем, подождите. Нет, не получилось. Я думал заморозить воду и может... Ладно. Может, я что-то недопонимаю. Но я уверен, эта статуя не так проста. Еще вот этот символ. Я хотел немного осмотреться. Когда мы захотим продолжить путь, вернемся сюда. Так. Подождите, пещера ведьмы, теперь вода ушла. Ну-ка, давайте глянем-ка. Теперь, когда вода ушла. Твою мать, а я же не вижу даже, куда плыть-то. Давай, давай. Сюда, сюда. Я думаю, она же здесь тоже уже вода должна уйти. Ну, логически, если рассуждать, все так и должно быть. Сейчас посмотрим, сможем ли мы сейчас собрать там. Пещера ведьмы. Ой. Теперь мы здесь. Вода убыла. Когда змей вылез. Да, я помню. Боже, не работает. Вижу, что не работает. Короче, нам чего-то не хватает. Нет, все-таки не хватает нам чего-то. Потом, видимо, раскроется секрет, чего нам не хватало в этой жизни.
Но тем не менее, моя догадка осталась верна, то что, да, змей вылез из воды, как он там поместился, не знаю, просто часть какую-то свою достал, может, из озера. И вода ушла не только в озере, но и как в горной пещере этой. Так что там потом мост можно будет построить, я так думаю. Посмотрим, что здесь. Какой-то шарик, проблеск какой-то. Что произошло? Крушение. Это я понял. Но от чего? От чего? Неизвестно. Смотрите, здесь другая руна. Ну, хоть записывай. Найден новый причал. С причала рыбачил. Ну давай зайдем на причал на этот. Вот здесь мы можем зайти. На. Может, какая-то последовательность у всего этого есть? Так. Возможно, это что мы взяли? А все за борт. На озере 9 мы нашли красивую носовую фигуру. Наверное, корабль, который она украшала, пережил множество великих приключений. Мне кажется, на берегах и среди обломков есть и другие похожие фигуры. Может быть, Брок даст нам за них рубленное серебро. Но теперь еще от кораблей надо собирать. Ну давай. Я вижу прямо, что там можно сделать. Ну давай, ты не можешь так пройти, нет? Это ворота засыпаны или что тут? Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. Ну-ка, а вот эти? Это точно такие же. Кто-то не понял. Только еще разок. Так. Первого удара? Охренеть! Ну-ка. Что-то мощное должно быть там. Может, предупреждать, что не надо лезть. Вперед! Да. Куча. А если мы уйдем от них? Подожди. Место! Эти руны я не знаю. Будь у нас ключ к ним, я бы мог их расшифровать. На. Отец, нет! Охренеть. Ну, давайте последний раз пробуем.
Я думаю, навряд ли, конечно, смогу их так завалить. Что-то я просто... Чего-то мне не хватает. Снова Драугры! Я рядом! А, надо было раньше. А он быстрее, да? Блин, он же быстрее. Они уж какие-то сильно мощные. Снова Драугры? Собери! Ну, а. Нет, нет, так их долго долбить. Мне кажется, это нереально. Нереально так их. Это сколько ж мне надо будет кувыркаться-то? Да тут полно драугов. Соберись. А я только вручную. На. Нахер. Нет, не бросай меня здесь. Что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!